11 мая в Каспийске в зале торжеств Аль-Кафсар состоялся второй этап масштабного конкурса на знание религии. Отметим, что первый этап прошел 4 мая. В нем приняли участие 2500 школьников. Второй же состоял из 20 вопросов по книге «Основы религии». В данный момент принимает участие более 200 детишек, подрастающих поколения. И, иншаллах, в дальнейшем еще, надеюсь, больше они будут принимать участие. Количество больше у нас будет еще. На прохождение финального этапа участникам было выделено более 2 часов. Стоит подчеркнуть, что вопросы состояли из тестовых и письменных заданий. Основной целью проведения данного конкурса является привлечение подрастающего поколения к изучению основ религии. Когда человек знает, что такое истинный ислам, он не будет курить, он не будет воровать, потому что это все в исламе порицается, и он будет полезным для общества. А когда он не получает знания об истинной религии, он также готов принимать идеологии террористические, экстремистской идеологии. Соревновались за призовые места 270 школьников. По результатам данного конкурса 5 учеников из каждого образовательного учреждения получат денежные призы и грамоты. А также для победителей и призеров планируется поездка по достопримечательностям региона.